довольно молодой. Ей едва исполнилось 90 лет, когда она ушла от нас. Она была очень милой, веселой женщиной. Többször előfordult társaságban, hogy úgy mutatottad le engem másoknak, hogy a fiam. И очень часто бывали случаи, когда в компании она представляла меня и говорила: «Мой сын». És akkor kérdeztem tőle, hogy Magdus, miért mond ilyenek? Тогда я ее спрашивал: «Магдус, почему ты говоришь такое?» Nem baj, így se figyelnek. Она говорит: «Неважно, они все равно не слушают». А скажите, а почему вы выбрали именно этот роман и сейчас, там, не знаю, не при жизни ее? И вот чем вас привлекла именно эта сугубо женская тема? Обычно, да, обычно такие темы берут режиссеры женщины. Такие вот, да. Возможно, я тоже отношусь к числу женщин-режиссеров. Я еще никогда не исследовал этот вопрос. Но, возможно, это действительно так, потому что во многих фильмах главной героиней является женщина, в моих фильмах. И я отношусь к тому поколению, которые во время войны были детьми. Детьми, которые потеряли своих отцов. Поэтому и меня тоже воспитывали только женщины. Поэтому, возможно, я лучше понимаю женщин. Лучше, чем мужчин. И вопросы, которые волнуют женщин, я понимаю лучше, чем вопросы, которые волнуют мужчин. Но я считаю, что нет женских фильмов и мужских фильмов. По-моему, есть фильмы хорошие и плохие.